И в этом эпизоде мы разберемся с вами с этажами в Англии. Представьте себе, что это дом. Дом похоже на дом. И по-русски мы бы сказали, что это первый этаж, вот вход в дом, это дверь, это первый этаж, это второй этаж, это третий этаж, а это здесь подвал под домом, да? Ну, есть крыша. Согласны со мной? В английском все не так. Этаж, который у нас называется первый, называется ground floor. Ground floor от слова ground, земля, то есть земляной этаж. Этаж, на который вам не нужно подниматься по лестнице или на лифте после того, как вы вошли в дом, после того, как вы вошли в здание. Называется ground floor, земляной этаж. Нулевой, я бы так его обозвала, да, или, может быть, ну, цокольный, если цивилизованно. У нас это первый, в английском ground floor. Там, где у нас второй этаж, в английском первый, the first floor. The first floor, первый этаж. Числительное first употребляется с определенным артиклем. Всегда употребляется с определенным артиклем. The first floor. Первый этаж, что соответствует нашему второму этажу. Первый этаж, то есть это этаж, это первый этаж, на который вы поднимаетесь по лестнице или на лифте после того, как вы вошли в дом на ground floor. Поэтому он называется первый, поскольку это первый этаж, на который вы поднимаетесь по лестнице или на лифте после того, как вы вошли в здание. Соответственно, тот этаж, который у нас третий, в Англии называется the second floor. Помните, вторые руки, second hand. The second floor. The second floor. Второй этаж. У нас третий, а в английском языке это второй этаж, на который вы поднимаетесь по лестнице или на лифте после того, как вы вошли в здание, после того, как вы вошли в дом. То есть у нас первый, у них ground floor, у нас второй, у них the first floor, у нас третий, у них the second floor, то есть второй. Да? У нас первый, у них нулевой, у нас второй, у них первый, у нас третий, у них второй. Еще раз. Ground floor, земляной. Наш второй – это их первый, the first floor. И наш третий – это их второй, the second floor. Но самое интересное, есть еще lower ground floor. Угу. Low – низкий, lower – ниже, lower ground floor. То есть ниже земляного этажа, ниже земли. Ниже земляного этажа. Там, где у нас находится подвал или подсобные помещения, в Англии не так. Там жилые помещения – это комнаты, где живут, или это номера в отелях. Особенно в центре Лондона. В окрестностях не знаю, но в центре Лондона такое практикуется. То есть lower ground floor. Этаж ниже земли, нижний этаж. Если вы посмотрите со стороны улицы, то вы увидите такое вот углубление, нишу, которая обнесена заборчиком металлическим. Этот заборчик может быть украшен цветочками. А если вы заглянете вниз, то вы увидите окна. То есть это и есть lower ground floor. Мне было интересно, какие возникают ощущения при жизни вот в комнате или в номере на lower ground floor. И я вам честно признаюсь, я однажды прожила 2 недели в центре Лондона, в отеле, в номере, который находился на
lower ground floor. Ну, что сказать? Наверное, для постоянной жизни я бы никогда на это не согласилась. Я люблю 12 этаж и выше. Но в качестве эксперимента, эксперимент прошел достаточно успешно. Никаких отрицательных эмоций я не испытывала, и вообще мы не испытывали, и вряд ли, наверное, кто-то там испытывал. В гостиницах в таких номерах высокие потолки, и на окнах непрозрачные шторы. Из окна видно первый этаж противоположного дома, и однажды мы видели... Это копытца, лошадиные копытца. Откуда там лошадиные копытца, да? А это конная полиция проезжала мимо нас. Но это было поздно ночью. Я вот случайно выглянула в окно, услышала шум, выглянула в окно, и конная полиция проезжала мимо нас. Это было интересно. И, кстати, обозначение ground floor, как для первого в нашем понимании этажа, используется также в США. Подробнее, что, как и где располагается внутри английских домов, я расскажу вам в одном из следующих видео. Дорогие друзья, на этих фотографиях вы видите дома, у которых есть подземные этажи. Эти здания находятся в центре Лондона, в фешенебельных, в дорогих районах, где стоимость земли очень высока, поэтому используется, я бы сказала, на 200% как владельцами апартаментов, так и ательерами. Видите слева и справа от входа в здание металлические решетки, украшенные сверху цветниками. Эти заборчики ограждают ниши или углубления, в которых находятся окна подземных этажей. Здесь вы можете наблюдать эти ниши сбоку. В глубину они примерно 1-2 метра, длина может быть самой-самой разной, а ширина примерно 1.5 метра. Это примерные размеры. Верхняя линия окна может находиться вровень с тротуаром или быть немного выше. А вот так выглядит окно. Это окно на 20 сантиметров выше уровня проезжей части. И это район Белгравия, где живут очень обеспеченные и богатые люди, в том числе миллионеры и миллиардеры.